Снова здравствуйте. Это видео, в котором я буду говорить насчет Патреона, который я сделал. Скорее всего, этот ролик выйдет раньше, чем эпизод Айзека, в котором я, собственно, говорил о том, что я буду делать Патреон. Но это не важно. Там все, в общем-то, будет сказано, но я решил сделать специальное видео для этого отдельно. Я не собираюсь долго объяснять конкретно, как это все будет происходить, конкретно моральные какие-то вещи, да. Если вы не хотите этого делать, вас никто не заставляет. В плане это для тех, кто хочет меня напрямую поддержать и, возможно, в будущем улучшить качество моих видео. Это не что-то типа: «О, давайте мне платите, а иначе я не буду ролик делать». Нет, без проблем. Даже если там ни один человек не будет донатить мне вот на Патреоне, я продолжаю делать ролики. Вот просто проблема... Я столкнулся с той проблемой, то, что делать ролики уже теперь достаточно тяжело на моем оборудовании, потому что скоро, например, Dark Souls 3 выходит, и я очень сильно сомневаюсь, что я смогу его плацплатить, а я очень хочу. Потом я не могу даже записывать ролики, в общем-то, в 60 FPS, я не могу обрабатывать их в Вегасе с нормальным качеством, мне приходится использовать Камтазию. Вот я сейчас собирался новую игру летсплеить, этот Count Lucanor, но, к сожалению, я не смог. Я ее записал Фрапсом вместо Бендикэма, потому что Бендикэм почему-то не стал звук записывать в этой игре. И это было 30 гигабайт. Это в результате с моим ПК это сколько? 1/3 моего жесткого диска. И да, это проблема. Поэтому мне нужно обрабатывать видео, конечно, в Вегасе, записывать бандикэмом и так далее. В Вегасе я даже не могу видео обрабатывать, потому что у меня компьютер не тянет, он меня тормозить начинает, и видео обрабатывается с артефактами. В Камтазии такое тоже случается, поэтому мне нужно менять ПК. И, возможно, в будущем, кто знает, может, я смогу забить нахрен на работу, на которой я получаю 9000 рублей, и сконцентрироваться полностью на Ютубе. Естественно, там будут не только летсплеи. У меня всякие, естественно, идеи есть. Но, к сожалению, я не могу их никак воплотить в жизнь, так как я не могу в Вегасе никак ничего обрабатывать. А в Камтазии это огромная-огромная проблема. Мое видео, которое я обрабатывал долго в Камтазии, это было как раз время крипипасты. И это было невероятно тяжело. Это... Камтазия программа хорошая, но, естественно, лучше использовать Вегас, который у меня не тянет. Вот. И, собственно, да, суть в том, что вы заходите на Patreon, там вы можете выбрать, сколько вы донатите в месяц долларов. И каждый месяц я, собственно, эту сумму со всех людей, да, которые решили это сделать, получаю. Что мне это позволяет делать в будущем? Если много действительно наберется, то я потихоньку смогу, естественно, обновлять оборудование и так далее, там подобное, улучшать качество видео, т.д., т.п. Если бы у меня была нормальная работа и достаточное количество денег, я бы это сам сделал, поверьте. Но, к сожалению, я учусь, я студент, плюс я работаю. Так как я студент все еще, на этой работе мне платят всего лишь 9000 в месяц. Так что я не могу своими силами это сделать, потому что мне нужна ваша помощь. Еще раз говорю, если вы не можете этого сделать, кто-то из вас, да, вообще не парьтесь. Продолжайте смотреть ролики, я их продолжаю выпускать, это как бы ничего не меняет. Просто у меня с этим проблемы возникают. Вот и все. Продолжайте смотреть, вы там не хуже ничем и так далее. То есть я рад, что меня смотрят, поверьте. Что еще? Да, ссылка будет в описании. Если вы можете поддержать, это огромное спасибо. Если нет, что поделать? Как-нибудь постепенно, может, и справлюсь сам. То есть мне, чтобы купить мне нормальный компьютер, мне нужно 1100 сейчас, в наше время. Это уже не 512 мегабайт оперативки. 1100, это получается у меня сколько... Но мне нужно будет работать год и ничего не тратить из этих денег. Понимаете, что это маловероятно. Так что да. Ну, такая фигня, Patreon. Не сердитесь, если вам кажется, что это я там, не знаю, продался, или типа, о, я буду делать ролики только если вы мне деньги там будете давать, или еще что-то. Нет, боже, расслабьтесь. Это для тех, кто действительно хочет вот,
поддержать, и кто хочет, чтобы качество видео улучшилось, чтобы больше видео выходило и так далее. Ну, опять же, я хотел поиграть в Layers of Fear, это хоррор. Но он у меня не идет. Даже на самых низких настройках, на маленьком разрешении не идет. Жутко тормозит. Жутко тормозит даже просто играть, я уж молчу про запись. Но я очень хотел поиграть в эту игру. Неплохой хоррор. Да. Так что Patreon, ссылка в описании. Там мне будет приходить на PayPal, которому я потом привяжу просто карточку кредитную. Так что да. Большое спасибо тем, кто это сделает. Тем, кто это не сделает. Тоже большое спасибо за то, что смотрите. Я немножко побыстрее сделаю этот ролик, потому что мне надо сидеть и писать ролики. Так что. Да. До встречи.